А спроси, какая янка? Просто это готовить не умею. Пушка заряжена, не стреляет, не стреляет. Че, Никитос, где братан-то у тебя? Так и не отвечает? Он не приведет палочек-то, нет? Он найдет где-то в Москве палочки? Дай бог. Повар? Кондитер? А потом решим, да? Слушай, ну завтра тогда на всех, чтобы коллегиально решали. Ребята, ну куда вы пропали? Че вы вообще не пишете, не спрашиваете, как дела, чего интересного? Давайте пишите, все расскажу, на все отвечу. Заражена, не стреляет. Маратик, здорово, братан. Скоро к Илюхе в баньку пойду. Да, здорово, брат, здорово, брат. Скоро пойду к Илюхе в баньку. Так что будем в баньке сегодня. Я на снаде так и не иду к примирению. Нет, у них прям конкретная вражда. Чуть плохо слышно. А, добро, дорогой. Чуть поближе просто сделаю тогда. Так, Яна, выйди из моего прямого эфира. Что ты ко мне пришла в прямой эфир? Не смотри прямые эфиры своих бывших. Что ты ко мне пришла? В смысле не твой бывший? Мы с тобой заселились вообще-то. Спали в одной кровати, а я не ее бывший. А, то есть сама, смотри, она сама говорит, что мы были соседями. Вот, а говорит искренне. Смотри, а говорит, что искренность какая-то. Я тоже, вот. Вот смотри, я тебя называю бывшей, а ты говоришь, что я твой сосед. Вот она вся искренность, Яночка. Все, тогда я тебя понял, Ян, прости. Прости, но тогда это будет вот так, если ты еще в моем эфире. А ты в моем эфире, да. Все. Раз мы соседи, получай, фашист гранат. Да, бро, бро, бро. Да, теперь ко мне. Понял тебя. Всем по чуть-чуть, красавчик. А что случилось? А что случилось, дядя Ваня? Короче, белая по жопе хочет. Отлично. Белая хочет по жопе. Ребятушки, ну что, как у вас дела? Вы представляете, я свою соседку заблокировал только что. Люба, привет, привет, привет. Не, бро, еще в город не выезжал. Планирую вот на днях выехать. Один день, Ваня. А, вон там был. А что такое? А, микрофон ему отдать. Люба, привет, как дела у вас там? Что нового, сестренка моя? Солнце, рассказывай. Наконец-то, наверное, попала на мой прямой эфир. Вот. У меня, в принципе, все вообще в ажуре. В огне живем. Тебя выгнали, что ли? Смотри, тут это виноградные напитки есть. Юль. Да ты Юле лучше предложи. Юле предложи. Юль. Белая. Я бы сосок будешь? Добродешь. Что, кого-то ты себе взял? Нормально, нормально. Юль. Иди, мои подписчики хотят на тебя посмотреть.
Ну они просто, знаешь, белые, Юлия белая. Ребята, вы посмотрите, кто здесь. Вот она, красавица, просто. Ой, 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 ой. Смотрите, как ручки на меня сложила. Прям. Ой, тигрица, ой, еще и бьет меня. Ой, тигрица. Вон пошел. Я свободный мужчина. Я свободный, одинокий мужчина. А то есть мне надо и там, и сам, да? Определиться, где я. Либо там, либо сям. Что? Ваш. Что такое, Юлечка? Что такое? Нет, ты больше знаешь, что ты проектный. Я проектный? Да. Я серьезный проектный. Я проектный чиновник. Да. Я проектный. Слушай, но это звучит очень круто. Потому что. Почему? Потому что. Почему я проектный парень? Потому что есть только сценарий. У тебя есть подруга, не согласна со мной что делать? Бьет, значит, любит. Свою девушку покажи. Люба, у меня нет девочки. Ко мне с Екатеринбурга должна приехать девочка. Поэтому сейчас я пока один. А бывших я не показываю, ты же знаешь. А, бьет, значит, любит. Да, согласен, согласен. Ну, да подожди, пошел. Я сказал, король сказал, пошли со мной. А, сейчас. Ты эфир сегодня, что с кем? Ты в эфире сегодня, что с кем-то сидел? Не, еще не с кем-то сидел. Вообще ни с кем сидел. К Илюхе летал просто в эфир. И к этому. К Эдику. Ну так, просто летел по кайфу, по фану. Люба, у тебя как там с твоим мужчиной? Все ли хорошо? Все ли замечательно? Сестренка, рассказывай. Как дочка? Что у нее там? Как дела у вас? Вот это для меня более важно. А что ребятки говорят? А, да? Голос не такой, да? Юля, мне сказали, если ты меня бьешь, значит любишь. Мне сказали, что если ты меня бьешь, значит любишь. Еще хлопнешь? Юля, ну если любишь, сама подойдешь. Вот она! Ребята, вы посмотрите на это. Ой, как приятно получать от Юлии Белой знаки любви. А с кем сейчас Кристина? Кристина с Ваней, все так же. А, с кем я сидел? Ну, с девочкой начинал строить отношения, не получилось, не портануло. Идем дальше. Точки поставлены. О, Маратик, ну пока телефончик не взял, не смогу, я же тебе говорил. Я на днях завтра поеду, скорее всего, уже в город. Нет, послезавтра. Послезавтра поеду в город, возьму себе телефончик, и тогда 100% я тебе прям зуб даю, выйдем. Меня немного напрягает, я вижу, что сейчас на меня камера направлена. Едет в Питер. О, племяшка едет в Питер. Как же это круто, слушай. Прям вообще огонь. Я бы безумно рад был встретиться с ней, но, к сожалению, в Питер я, наверное, не смогу полететь. Она тебя не била, она била кого? Юля, кого ты била? Меня била.
А, ты хочешь, чтобы Сашка лизнул твой пальчик, Юля? Не, ребят, я, короче, туда пересяду, потому что сейчас будет какая-то интересная движуха. Лучше вот так. К вам можно приеду, если так можно будет. Ну, блин, надо будет узнать, не уверен, не знаю, честно. Юля, вижу, что мы хорошо с тобой бы смотрелись вместе. Тем более, как ты меня бьешь. Яна, а ты не завидуй. Бьет, значит, любит. Счастью людскому. Нашему с Юлей. Ну, хорошо. Но бьет, значит, любит. Ты сама это подтвердила? Да. Вот это и происходит. Пушка заряжена, не стреляет, не стреляет, не стреляет. Ребята, ну что это? Что у вас происходит, интересно? Расскажите мне. О, я знаю, что понял, Никитос. Никита. А где наш графинчик? Там же, да, Никитос? Кто там находится? Кажется, наполовину подписан. Если кто, спроси, бро, я подписан на них. Слушай, я у них узнаю, сейчас они как бы немного другой диалог идет. Они сейчас заняты немного другими вопросами. Вот, но обязательно я спрошу, подписан ты на них или нет. И посмотрю подписчика. Ромашов ревнует Юлю? Нет. Кристины нет. Чё? Любочка, ну чё, как я тебе на телеке, как в эфирах? Рассказывай, пиши. Чё, ничего не рассказываешь? Как там вообще дела в целом? Никита знает 100%, кто подписан. Он на наш пацан Буба, видно сразу. Да, конечно, это братка наш. Никитосик на, конечно. А, Кристина где-то на поляне, наверное, видно, честно, не знаю. Мы, в общем, вот. Честно, не хочу туда бежать. Прям не простите, ребят, ну пожалуйста. Тем более здесь такая Юля белая красивая. Сейчас вам покажу. Посмотрите на нее. Просто пушка-вышка. Пушка-вышка, девочка. Ох ты. Какая девочка. Нет, только я проектный пижет сказала. Юля, почему я проектный?
Да. Все правильно. Но пишут, что ты сильная девочка, что помнят тебя со островов. Да, все правильно. Она там была полгода, ребят. Вы сейчас видите, как она съела этот имбирь. Прям ух, ух, ух. Грант. Да. Было такое дело. Было. Пушка заряжена, не стреляет. Было прям максимально жарко, максимально эмоционально. И максимально огненно, ребят. Вот сейчас жду, когда приедут ребята, приедут к Васю, и я пойду в баню. Без зашел, он мне тоже ответил, тигр. Да, Безус тоже тигр. Безус тоже прям тигр, красавчик. Джи есть, бро. Пушка заряжена, не стреляет. Ей есть. О, ребятки. А, давайте поляночку вам покажу. А потому что я сейчас вышел на улицу, ребят. Возможно, да, будет плохо слышно. Сейчас покажу вам поляну. Вот так вот мы и живем. Просто огонь, красота. Белая, пока ни с кем. Пока она в одиночку. Пока она честно одна. Да, красотища вообще полная. Вот, ребята, задавайте вопросы, что интересно. Мы пока отдыхаем от съемочек. Вот. Кстати, как вам моя стрижка? Нравится, не нравится мой новый образ, стиль, так сказать, меня просто сделали красавчиком. Нет, белый не нравится Кромашовой. Кто белый наливает, сама себе наливает. Она самостоятельная девочка. А у Жени и Насти все прекрасно. Ребята прям у них есть, все замечательно. Они прям молодцы. На улице пропадает связь, поэтому могу немного подтормаживать, как видите. Да, и не удивляйтесь, я курю. Женя с Настей, все отлично у них, я же уже ребят сказал, все замечательно, просто прекрасно, там бывают ссоры, конфликты, но все приходит к взаимопониманию.
Ну, как бы, эфирно, да. Эфирно мы не курим. Ну, все, мы взрослые люди, надо понимать, что есть такие моменты, когда ты будешь, так сказать, удовлетворять свои потребности. Зависимость какая? Зависимость к проекту, к алкоголю или какая? Я так не думаю. Людям вам расслабиться. Поэтому давайте, ребят, без таких громких заявлений. На что я веду?